Здорово! Вы смотрите канал «Работа мечты» и добро пожаловать на Бухалово. В Бухалово. Вот в это, пока что еще не очень передовое, но уже потихонечку выкарабкивающееся. Ого, вот это я загнул. Фермерское хозяйство, которое мы вытаскиваем из упадка. Я кто-то говорил, говорит, а в смысле? А тут как бы все нормально, какой тут упадок? Ну так, а люди-то разные бывают. Кто-то построил себе 3 дома, 2 Мерседесы и 8 любовниц. А деньги-то как бы те, которые надо было работать, не платил работникам, например, не ремонтировал технику, хоть она и в хорошем состоянии, но как бы мы ж понимаем, куда можно деньги деть. Деньги деть можно куда угодно вообще. Да, вот что мне вас учить, как куда тратить деньги, чтобы они были бесполезно потрачены. Я думаю, каждый из вас умеет потратить деньги так, чтобы максимально бесполезно. Ну что ж, у нас август, и у нас есть возможность посеять канолу, поэтому мы берем руки в ноги, берем самые маленькие трактора, чтобы как бы они не ели ни хрена. Заводим вот этот UMZ D-65N, наверное, он так и называется, я фиг бы его знал. Но берем вот такой вот тракторок. Он, конечно, тихоходик у нас, такой маленький. Как бы 60 лошадок всего лишь, но ничего страшного. Я думаю, что он селочку потянет. И мы сейчас... а назад-то 6 километров. Так, и нам надо будет съездить в магазин, поэтому мы сейчас... нет, подожди, в магазин. В магазин, подожди. Ну... не надо. В принципе, мы отправляем это все у нас на 4-е поле. Вот, работничек, пожалуйста, езжайте. Вот, а прежде чем мы продолжим, я хочу напомнить вам, что очень нуждаемся все мы, все жители этого канала, я особенно, и мой канал, в вашей поддержке. Если вам нравится то, что здесь происходит, обязательно поставьте палец вверх, поделитесь этим видео с друзьями. Вот, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Ну и, конечно же, ссылочка есть в описании на 2-й канал, на котором мы сейчас проходим Long Dark. Такая есть очень хардкорная выживалка в канадском зимнем лесу, где все очень плохо, очень холодно и очень страшно. И волки, медведи, все такое жрут, не покладая зубов. Вот, так что отправляем 2-го человечка. У нас еще должен быть, вот у нас МТЗ-шка. У нас еще вот такой вот человечек есть. Так, а водитель на вот той штуке приехал. Отлично. Хорошо. Шикарно. Так. Так. Но нам же, получается, нужно все это дело закультивировать. Чуть не въехал. Чуть было не было. Поэтому мы сейчас отправляем маленькие трактора с селками туда. На поле. Забираем 2 Т-150. Так, этот пока пусть заводится. Оба пускай заводятся. Ох! Ох! Техника-то ядрит Мадрид. Вот это я понимаю, техника. Так, ну и сейчас у нас получается будет культивация. Сразу как бы с посевом. Я понял. Это нам не подойдет. Не подойдет. Так, ладно. Тогда нужно... Оп. Нужно оп. Лай-лайла. А сюда подойдет. А сюда вроде должно подойдет сделать. Так. У нас тут культивашечная будет и посевашечная. 2 в 1. Так что... Вот этого молодого человека тоже отправляем. Молодую леди, я бы даже сказал. Вот, пришло хозяйство, порядок навело. В смысле, я пришел, порядок навел, у всех работа есть, все шуршат, зарплата платится, денежка капает, все, ай, на-не-на-не. Сейчас еще мы приобретем, так, настроить, вот так вот, трехточечный, настроил. Отлично, настроил, только теперь придется послушать, как-то прекрасно звучит мелодия нашего двигателя. Но ничего страшного, ничего страшного. Мы же это, суровые пацаны и девчонки. Вот, у нас тут как бы послушать
рев двигателя, скоро это все прекратится. Ну как, по крайней мере, в сельском хозяйстве еще не скоро это прекратится, потому что, как мы понимаем, да, электричество начинает потихонечку вытеснять ДВС, а ДВС, если кто не в курсе, это двигатель внутреннего сгорания. И правильно, конечно, ты, мой юный подаван, ты спросишь, какие ДВС? ДВСы. Правильно. Нет, неправильно, потому что сгорание, а не сгорание. Короче, наумничал, тут уже 3 тонны и 8 этих всех, поле 4. Нам еще, знаете, что нужно? Нам нужно забрать одну что... О, это катки, нужны будут катки еще. Нам нужно будет вот так вот делать шухер. Вот эту машину сейчас заберем. В нее накупим всякого. Ну, зелочек классный, прям вообще шикарный. Ух ты, как светит. Зелочек прям вообще отреставрированный. В общем, завгар тут был то, что нужно. Прям то, что нужно. Единственное, нам нужно настроить... Ага, нормально. Все, выдвигаемся сейчас. Этого молодого человека мы сейчас отправляем в магазин. Вот, а сами выдвигаемся скоропостижно. Ну давай, мы хотим выдвинуться. Мы выдвигаемся сюда на полюшко поле. Тут у нас ад кромешный. Так, ребятки. Вот эти вот молодые господа и дамы. Сейчас мы вас тут распихуним немножко в разные стороны. Так. Сейчас вы должны подождать своей очереди. А уже обе ХТЗшки приехали. Сейчас мы тут все это дело раздуплим. Я предлагаю у нас вот тот вот трактор поменять в ближайшее время на что-нибудь пободрее чуть-чуть. Хотя бы на МТЗ-82. Или на соточку. Или на этого. На 12-21. Или хотя бы на 10-25. Нам бы еще не помешал, конечно же, большой какой-нибудь трактор. Большой это у нас считается Кировец. Как минимум. Ну или что-нибудь забугорное. Вот. Но это когда-нибудь потом будет. Пока что у нас... А, так у нас убрано все. Нам получается и культивировать не надо, потому что мы же этот камни убирали. А там, считай, все это взрыхлило. Да, господа. Господа. Вы это зря приехали. Езжайте-ка домой. В общем, едем набирать в магазин. Давай, давай, давай. Кошмар, как вы долго заводитесь. Ну где? 21-й, 22-й уже год на дворе. А все с пускачами какими-то балласто. Так, это у нас база. На базу езжай. Спасибо. Так что бежим в магазин, затариваемся. Так, подожди. Нам еще, кстати, в следующем месяце сорго собирать. Так что у нас еще предстоит и поубирать немножко, да? Ладно. Все. Погнали в магазин за удобрениями и семенами. И начинаем сеять. We'll be right back.
Ну вот, заканчивается у нас тут посевная. Немножко. С этим трактором возникли проблемы. У нас он, вот электроника. Что-то напутали. Вместо того, нажимаешь кнопку, чтобы открыть эти... сеялку, у него открывается крыша. А куда я еду вообще? А какого... я тут забыл. А как попасть вообще домой? И у нас, кстати, КамАЗ с ЗИЛом отказываются работать. Они говорят, мы не знаем, куда ехать. Покажите, куда ехать. Мы что-то тупим, короче. Жестко тупим. Поэтому сейчас берем руки в ноги. Удобрение семена. Вот там что находится вообще? Так, это у нас мыть. Мыть, срочно мыть. Но у нас, кстати, нет мойки так-то. Или есть? Вот то что? Это какой-то сварочный аппарат. Ладно, мы это все помоем. Когда-нибудь, в следующий раз. Тут у нас еще две проходочки. Отлично. Ну и, в принципе, я предполагаю, что мы запускаем каточки. Каточки запускаем, пусть у нас ХТЗ-шки каточат. Почему бы и нет? Ну вот, отлично. Сейчас они нам прикатают все это аккуратно. Тут у нас получается какая-то интересная штука. Вот тут вот, непонятная. Как-то вообще не ясно, как это работает, но мы хотим ровную дорогу. Вот так вот. Вот так вот должна, по идее, идти дорога. Но тут вот ее не должно идти. То есть уже наводим свои порядки. Можно так сказать. Тут хотим дорогу, тут не хотим дорогу. Не, ну а чё? Чё они расслабились? Они думали, что что? Что мы им будем тут это... А тут надо как бы допахать. Распахать кусочек. Нахрена вообще козе баян, да, вот этот вот? Вообще не нужен баян козе. Абсолютно. Поэтому мы сейчас быстренько это все дело забульбеним. Потом нам нужно, кстати, будет на... А где у нас, кстати, гравий? Рыбхоз. Вот у нас гравий. Карьер. Угу. Это нам отсюда, получается, вот тут какими-то околотными путями непонятными придется... Ага, так, а может как-то вот сюда? Вот сюда мимо 12-го или сюда... Мимо 12-го, вот так вот, и пошел на производство цемента. Короче, у нас, в общем, проблемы тут возникли. Завод песок. Почему-то отказываются у нас господа ехать. В выбранном направлении не хотят. Тут у них еще такая горка. Весьма и весьма. Если честно сказать, то я не очень понимаю, в чем проблема. Тут дорога еще такая, ох. Ох, не горюй. В общем, я предлагаю сейчас... Нет? Я предлагаю... Ну, поехали. Предлагаю сейчас наладить маршрут до завода. Песок. Ну, песок, правильно, мы везем песок. Потом нам нужно будет еще одну машинку направить на гравий. А может и не одну. Сейчас посмотрим. Я не очень понимаю вообще, в чем прикол. Машина, ты что, сдурела, что ли? Нет? Ну, так, а где? А-а-а, все.
Все, вот я овощ. Ну да, ну да. Ну да, ну да. Тут-то у нас, получается, дороги нет. Хе. А, дороги до базы нет. Все, я понял. Дороги нет до базы. А с базы-то уже есть. Все. Отсюда вот у нас уже все есть, дорога нормальная. Тормози. Ох, ты ж мама. Ну, где-то вот сюда, примерно. Во! Во, все, смотри как. Теперь поехали. Поехали же, правильно? Во! Совсем другое дело. Ну что ж, тут... Ага, вот этого забрать. Сейчас этого молодого человека забираем. Отвозим домой, всех моем, бреем, стираем. И будем налаживать... дорожку для этого, как его, гравия. Помчали.
Ну что ж, вот такой вот кразик у нас теперь работает на песке. Ой, на гравии. А на завод завезли полный. Полный завод песка. Поэтому мы сейчас уже возим сюда на точку. На точку налево. Вот, поэтому пока что у нас работают КРАС. И вот такой вот КАМАЗ. Кстати, КАМАЗ довольно неплохой. Был у нас другой КАМАЗ, более современный, но тот какой-то не очень хороший. Мне он не понравился совершенно. Поэтому у нас сейчас вот такой вот КАМАЗик работает. Этот хороший. И КРАЗик тоже хороший. Вот, это все нравится. Так что на песок, возможно, мы тоже поменяем. Купим вот таких вот КАМАЗов парочку. Побольше. Вот КРАЗ понесся, отлично. Ну, вот отлично заходит в повороты, хорошо едет. Все нравится, как работает. После того, как мы завезем сюда полностью песок-цемент, возможно, мы сделаем ход конем, договоримся о выкупе этого завода вместе с территорией. Я, правда, не знаю, зачем нам территория эта, но тем не менее. У нас получается 60 тысяч территория и сам завод еще немножко. Еще 80 тысяч. В общем, короче, где-то 150 тысяч евро придется вложить. Ничего страшного. Ничего страшного. Нормально все. Мы сделаем ход конем. Мы наведем тут порядок. Так. Дальше. Вот у нас трактор последний, который работал на каткании. В итоге, что мы имеем? У нас вот это поле. Все. А, мы имеем, да, нам же нужно сорняк убрать. Черт. То есть нам нужен желательно. Очень желательно. Нам нужна такая штука. Опрыскивалка, которая будет у нас работать. Так. Это сюда, это мыться все. Это все рубятки сюда мыться. Так, а тебя уже помыли. Кого ты ждешь? Вот этот, конечно, тихоход, прям совсем тихоход. Так, он, видишь, даже бедняга не может развернуться. Такой малюсенький прицепчик за собой таскать, вот этот маленький трактор. 60 коней. В наше время 60 конями вообще не то, что никого не удивишь, вообще засмеют до смерти. Какие 60 коней? 160 минимум. Хотя бы. Вот тогда что-то можно там... Что-то можно общаться со 160... В общем, вы поняли. Так, ну что? Денежка... Денежка течет. Денежка течет безустанно. Хорошо, что в этой местности можно спекулировать. Всем, чем охота. Поэтому мы с радостью спекулируем песком. Спекулируем гравием. Будем спекулировать потом и цементом. На всякий случай, ну так, слегка. А как, не, спекулировать цементом мы не будем. Мы же будем это, производить цемент сами. Так что в следующий раз мы уже выкупим, наверное. Наверное, я думаю, что выкупим завод. И будем заниматься производством цемента. Потихонечку будем обрабатывать поля. Нам нужен будет какой-то в ближайшее время трактор. Пусть даже старенький, но... Тихо. Но с передней навеской. Так, ты, в принципе, можешь тут стоять. Что у нас есть в магазине по поводу тракторов с передней навеской? В принципе. Так, вот тут вот у тебя. Вот 10.25. Крепление фронт погрузчика. К
сожалению, нет. Так, 82.1. Дизайн. Дизайн — это какие-то фонарики. Так, догружатель, выбор руля, GPS, проблесковый маяк, крепление фронт-погрузчика. А выбор двигателя, выбор колес. Да, тоже, к сожалению, нельзя. Так, это какие-то совсем одинаковые. Вот есть New Holland, такой старенький. Есть у нас еще вот такой вот. А вот у этого... Так, капот. Ага, это у нас капот. Ага. А, вот. Вот такую штуку можно, да? Это у нас... А, так у нас же есть такой трактор. В принципе, мы тогда чё? Сейчас мы тебя переоборудуем. Сейчас мы тебя переоборудуем. И сделаем из тебя люди. Вот, будешь у нас опрыскивать. А, настроить. Так, 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 так. Вот так вот. Потом. Колеса худые, узкие. Настроить. И все. И нормально. Вот, отправляемся в магазин. Вот, отправляйся в магазин. Покупаем по скидочке. У нас что-нибудь есть? Нет, ничего по скидочке. А, нам нужен опрыскиватель, да? Хоть какой-нибудь. Ну, вот, в принципе, вот этот в самый раз. Так, покупаем. И покупаем. А какая-то мощность требуется, нет? Нет, не требуется. Влезает сюда, получается, 1200 и полторы. Ну, в общем, один, да, гербициды, тут 2000, нам, в принципе, пока что хватит. Так, так, что у нас там? 41 тысяча новая техника, да, это я приобрел, точно. А, так, тут у нас возят, тут у нас возят вроде пока что. Это хорошо. Какой серьезный мужчина. У нас трактор. Вот, откроем его. Кондиционер. Вот такие кондиционеры у нас в нашем селе. Давай, 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 давай. Ворота эти, конечно, побрал бы их. Черт. Автоматические. Понапридумывают, а ты потом вот это вот парься. Так, смотри, какая штуковина интересная. Оп, цепляемся. И цепляемся. Отлично. Шикарно. Я надеюсь, что он не сломается пополам. Не разорвет его. Так, хорошо. Полторашечка. И сюда остатки. Вот, прелестно. На какое-то количество времени нам 2000 хватит. Но опрыскивать будем уже в следующий раз, ребятки. Так что обязательно дождитесь этой серии. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Пишите комментарии минимум из 5 слов. Вот, все красавцы и красавицы. Спасибо, что досмотрели до конца. Всего вам наилучшего. Пока-пока.